они не остаются, Всем обидно. привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бон. Продолжаем играть самый классный карт Warcraft 3, сегодня с кошки-мышки. А я уже заруинил немножко, со мной в голосе находится Акакий, Джокер и Канакикен. Всем привет. Всем привет. Все, я понял, пора бежать. Отстань, подлый трус. Сразу нет дырки? Там дырка. Кто это такое? Это у нас Откос. Опять ты? За убийцу теперь играет. Неприятный. Ля ты мышь хитрая, смотрите на него. Ля ты смотрите. Какой. Пацаны, поймать там неприятную оранжевую мышку, пожалуйста. Он гадость какую-то сделал. Постройка завершена. Видишь, шанс камень завершена. Не хочет. На город наш стройка завершена. Враги. Кошмар, первый раз меня поймали в клетку такую. А вы что, научились выводить мины, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, что я вижу на карте, ребята? Вы следите не за теми мышами, хочу вам сказать. Завершена. Ну, они центр закрыли, я понял, в чем прикол. Да? Поэтому нас бессмысленно ловить. Почему? Им как раз таки надо. Им как раз таки надо вас ловить. Напакостничать решил, да? Решил насрать, но не снял штаны, молодой. Опять Акаки о своих штанах. Ну его освободили и так. Все, Санкан вышел из игры. А это наш, что ли? А что он ливнул-то? Ему пора идти. Да ёшкин кот, что он подстал? Да все ясно, он просто струсил. Тут такие жесткие мыши. У тебя команда руин, Акаки. Все, Акаки, сегодня не твой день. Сегодня кошки-мышки, видишь, даже не идут. Сегодня первым... Я официально заявляю, что сегодня впервые мыши побеждают. Не, Канеки, это ты просто знаешь только впервые. На самом деле это не так. Не, я побеждал за мышь. Мы много побеждали раньше. Меня вчетвером душили. Прям душили? Ну да. А тебе нравилось этот момент? Было такое, было. Да ладно. Мина, а как и ты крыса? А ты не знал, да? Нет, нет, я кот, ты ошибаешься. Он мину поставил на центре, ребят. Ну все, так делает, это чисто стандартный Акаки. Постройка завершена. Постройка завершена. Нельзя сотворить. Идите без остановки. Ну, Сумкунта. Головки. У них минус код. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну ладно. Минус второй код. Заперли, что ли? Да. Вот просто. Надо дом, что ли, сломать? Пойду дом покусаю. То что он тут у Сункуна? А, Сункуна толку. А, нет, он у них еще покажи. Во противный. Вот этот дом съешьте, да. Вовы противный, конечно. Фу, такими быть. Там рабочий ходит. А все, пришли сильные игроки. Ничего себе, Джигер, ты, блин, прогеймер, это что? И мину раздефьюзил, так еще и рабочего его не взорвал. Это что такие за прогейминги вообще? Прогеймер. Кто вас там научил? У меня проблема, у меня вышек не хватает. Ну это не обязательно. Сам Кунг-то вышел уже. Да нет, мне нет, нужно, нет. У меня пища. Они им управляют, они могут его скосить. Мы не можем управлять. Можете, врешь. Не, у нас нет контроля, серьезно. Ну, он может спросить, кто там с нами. Outlast, может, спросил, он скажет, что нет контроля. Наступают. Блин, у меня башен не хватает. А как из-за тебя? Ну, вот видишь, тебе пишут, что не можем. Короче, тут... Всегда он у вас был. Да нет у нас контроля над ним. Да врешь ты. Где ловушка? Мне опять ее разминировали. Ладно, пускай. Есть так есть, пускай будет по-твоему. А она там же слопнулась. Ты чуть-чуть не успел. Вот тебе новое. Держи. Так, пошел след. Да вижу я, что башня, что я сделаю. Ты что рабочего убил? Так, сюда. Надо вот это вот сделать просто. А, не разминировал. Ха-ха-ха. Где-нибудь здесь. Слабый выходит. Вот тебе еще одна ловушка.
Ресурсами можно понять. Сломали только что? Или мне показалось? А вы не хотели как-то, не, что нет, ли, развиваться? Блин. О, Джокер. Вот это ты плохо уклонился, скажи, честно сказать. Это было такое себе уклонение. Что это за звуки там? Я робота вызвал на помощь. Понятно. Ну, тут как бы это катка ГГ, давайте новую. Да дай мне повеселиться. А, твердый дефьюзил, но вот я поставлю новую только. У нас Джокер, своя игра уже началась. Он дефьюзмин, и я ставлю новые. Давай. На город наших. Кто побеждает? Пока что моя будет. Именно мины или сундучки? Не, сундучки ставлю, короче. Я и сундуки, и мины, да. И не взрываешься на минах. Да. А профессионально дефьюз. Можно было? Можно. Можно. Я же говорил, Джокер задрот. Во-первых, они же не моментально взрываются. Ну там так. А, ну ты прыгаешь сразу, да? Да. Тоже хочу. Не, пру-пру, ну это была прям ультра наглость. Ты просто встал у стены такой, типа, ну я постою, как руина. Пру-руина. Он сейчас просто АФК у стены стоял только что такой, знаешь, такой, ну норм. В целом окей. Чел вообще не напрягался ни капли. Там какой-то шлем, что ли, скинули. Я не вижу целиком. Так. Если что, я тут так, ну, немножко отдыхающе играю. Отдыхающе? Ну, да, есть такое. Хорошо. Этот, ну-ка, зеленый, сколько тебе денег? Да, ну, мало денег. Ну, тогда ладно. Опа, снипер. Стой же. Дютер, давай раз на раз. Один раз на раз будем драться. Слабый ты, не хочешь раз на раз драться. Вот ты сундучок. Иду. Уже в пути. Блин. Да хватит вы их выпускать, что вы делаете? Ну и чё за мираж руина? Фармимся. Фу, таким быть. Может быть. Мы получаем по 250 долларов. А, да, но мы по 300 получаем. Шлем, офигенный шлем, особенно камы. Так тяжело дефать, типа, вы ещё и резко идти. Бежи, помочь, чё? На остальных ножах. Нас так мало, хрен задефаешься, а вы еще... А мы еще здесь. Потеете. А блин, вы еще и потеете. А еще ко мне ауткол зашел. Атаки? Ты... Я кое-что понял. Меня, короче, убили, потому что там убили давно Пру-Пру, который наглел, а я стоял в территории, короче, которая была не ограждена, скорее всего. А, это мины просто я стоял на полу в этот момент. Или что? Не, он пришел меня и ударил с ручки просто. А, он просто тебя ударил, и все, тебе вообще настолько не напряжно. Ну, типа, вот как ты говорил, то, что у тебя Пру-Пру стоял нагло, вот я также стоял в открытой территории благодаря Пру-Пру. Нагло. А, откос, сломай башню. На город наших хэдхантером. Ауткос. Сломай, пожалуйста, башенку хэдхантером. Ну, ауткос, ну сломай башенку хэдхантером. Конейки, руина. Ну, ауткосик. Да в смысле сразу руины? Тормоз. Я тебя мышью спасал. Да в смысле? Ну и понятно. Но даже тут сдохнуть. Отломать быстро. Даже чего здесь сдохнуть умудрился. Да что мне такое несчастье. Благодарю, Outlaws. Очень благодарен вам за это. Ваша помощь неоценима. На город наших братьев напали враги. Так у меня с самого начала не было его. А я сначала его сломал. А, да? Потому что вы закрыли центр сразу. Потому что нас просто двое, мы не можем за вами гнаться. Это я его построил, не успел установить, понятно. Очень жаль. Ну сколько трое было? Две минуты раунда. Постоишь немножко. А что толку-то? Я ничего делать банально не могу. Слабак сдался, понятно. У тебя вон Outclose еще развился.
Ну, потому что ему дали развиться, а мне сначала ломали главку. Ну так его закрыли. Что? Ты посмотри, его как его закрыли. Еще закрыли. Так, а потом мы его вытащили. А ты мне посмотри, такая, посмотри на это. Сейчас, посмотри, как его закрыли. Ауткоста закрыли. Его в кубике закрыли. Он не закрылся вообще. У него проходы огромные. Да ты что так путаешь? Сам код закрыт. Сам код закрыт. Герои имеете ты в виду? Ты посмотри, как ему его закрыли просто. Он стоял на месте, его просто перекрыли. Как стоящего. Не, поверь мне, Алекс, можно четырьмя башенками закрыть. А вот лост, нет, стой, лост, не надо, стой, нет. Зарти, не руин, там мина. Зарти, я же говорю, там мина. Что, куда, блин, что такое? Понятно, алло, руины. Чего? Все нормально, я занят конкретно, срочно. Конкретно, срочно. Тогда все нормально, давай, стройка завершена. Сломайте от этого камикадзе, он завершена, может такую пакость сделать. Завершена, стройка завершена. Все хорошо, Акакий? Он взрывает башню. Да окей, что? Башню. Ля ты крыс какой, ля ты крыс. Я просто наушники одевал, не мог двумя руками управлять. А я тебе доверял. Я только герой да сделал, ты... опять его, он умер от того, что у меня крыса умерла. Запарили вы. Да потому что вы мыши, бегаете, некрасиво поступаете, каким-нибудь. Но все равно мы проиграем, вы в экономике выигрываете. Если Outlaws сейчас сильно не расфармился и не строится на резке уже, то это как ГГ. Он делает взрывы роботов камикадзе. Что, минус герой его. А, ну там видишь, там уже сильные катэти бегают. Кони это, да нет, это не сильные. Ну довольно-таки, опа, красава. И заманил на минку. Пру-пру руины. Видали, что могу, а? Раньше мы ждали все время. Вот это уровень. Теперь вообще, кстати, у нас фризов никого не будет, получается. Ну, по идее. Джокер. Ты, получается, с нами в любую карту сможешь ходить? Или так не работает? Нет, он будет грузиться бесконечно, а нам это будет просто не видно. Пру-пру руина. Надо было нижнюю правую бить. Бей правую нижнюю, это я. Я готов бежать. Так, где этот? Вот. Там мина разве что. Мы уже проходили это. Да или ладно. Нет? Не надо, зачем? Там еще сверху еще одна вроде как. Не, у меня много слоев. Каки. Он тэпнулся. Это не я. Да я вижу, что это не ты. О, давай, убивай. Нормально, он без ульты. Пока, пацаны. Нет. Паразит. Спасай. В сторону не попру. Там уже стенки есть. А где зеленый, спаси, а где Джокер, хантеры? Пожалуйста. Отправь их туда, вот. Закрой центр, что ты? Спаси центр, Джокер, пожалуйста. Да там, блин. Все, вот... появился Джокер, у нас игры уже длятся более 10 минут. Понимаешь, Акаки, все. Твои... Не, ну Акаки, ну не настолько же. А все, Акаки с концами. А, кстати, да, мне же главку сломали. Это последние твои змейки. Да потому что, говорю, так невозможно играть, типа 2 на 7, типа что за херня. А нет, смотри, Мираж-то грузится до сих пор. Так что, кого я? Сколько тебе говорил, где хэдхантер? Че ты не закрыл центр давно уже? Кого? Спаси нас, давай сделаю героя, и мы его убьем. А, нет. Ты его и так убьешь. Ну или напилишь. У меня сплэшак хороший. Спаси нас. Да зачем? Ну пожалуйста, чтобы не сидеть. Джокер, иди просто лучше, иди их мышью спасай, давай. Уравняй наш шанс, иди мышью спасай. Где Канеки? Мираж, 37 секунд осталось. Мираж покинул игру. А, да. Оп. Опа, сэй видел, на мыши! Вот это я, вот это убийца. Монстр. Давай, Джокер, иди мышью драться. Видал, честно, что давай. Сделал Джокер? Как научился-то? Трусы, просто, только семером на одного нападают. А все, понятно. Понял? Акаки, все, Джокер вернулся, мы сейчас изи. Всем удачи, всем пока, дорогие друзья. Всем пока.